Ты слушаешь Кальян FM. Чай с кальяном. Доброго всем дня! Мы сегодня здесь, в этой студии Hanoi Records, будем для вас вести очередной выпуск 200-й юбилейной программы «Чай с кальяном». Мы — это Ольга Калашникова. И, конечно же, Владимир Кальян. Мы приготовили вам сегодня много замечательной музыки и поэзии. Впрочем, как всегда, уже на протяжении 3 лет, в феврале исполнится 3 года радиостанции «Кальян FM». И с этих 3 лет, 2,5 года мы здесь, в этой студии. Мы вам показываем самое лучшее, что находим на нашей сцене, и рассказываем вам о замечательных исполнителях. Вот один из таких молодых, замечательных исполнителей, найденных, который сидит... Найденных на просторах. Слушай, а вот, Оль, даже не могу сказать, он меня нашел или я его нашел. Уже не вспомнить эту историю, но мы знакомы уже так давно. И все начиналось вначале с его рецензии для портала Мускуп, а потом он уже перестал стесняться и показал то, что он делает сам в музыке. То есть вы понимаете, найти вас могут с разных сторон. Могут лично, а можно через вашу подачу. Так что будьте инициативны. Этот человек бледнел, краснел, потел, волновался, когда пригласил меня на свой один из первых концертов. Но все прошло хорошо. Михаил Гладков сегодня у нас в гостях. Лидер Гладков Project такого проекта. Ну, в общем, никакой интриги, понимаете? Да, добрый вечер, друзья. Поздравляю вас с юбилеем. Спасибо. Да. 200... С юбилейным эфиром, да. Юбилейный эфир. Зажали мы опять марафон. Ну, на трехлетие. На трехлетие да, будет обязательно марафон. Да. Так что, Миш, сразу готовь гитару. Сколько лет? 3 года будет. В феврале будет 3 года. Да. Готов всегда. Я, кстати, в феврале у меня такой активный месяц будет, поэтому приглашайте. Вот. Ну что, давай мы про твою активность-то и поговорим. Да, да, да. Наконец-то ты стала раз в год выпускать по альбому. Вот в прошлом году я прям хотел успеть, и заскочил все-таки 2021. Успел даже попасть в голосовалку. Более того, у меня там даже Band Link попал в чарт этот альбом. То есть там, видимо, люди переходили много по ссылкам, и он там у меня в топ-100 вошел. Ну, на самом деле, да. Хотя мне кажется, что все-таки это «Соль времени» альбом вышел в конце года. Я сначала хотел сделать сингл, мы сделали в хорошей студии 2 песни, а потом я как-то думаю, надо альбом сделать. Ну, ты хитренький, понимаешь, чтобы альбомов у тебя было больше, ты делаешь короткий формат. Вот это тут не потому что альбом, чтобы больше было. Просто, ну, во-первых, как-то вот все-таки у меня много песен, на самом деле, но вот я стараюсь их... У меня просто песни сами короткие. А я просто, знаете, вот не привык так повторять припев там 200 раз в конце. Ну, спел то, что считаю нужным, и вот все, песня заканчивается. Хотя там есть полтора минуты там песни, да, две. Ну, это вообще коротенькие такие, ну, такие баллады. Ну, по большому счету, если в обычных песнях не повторять припевы по 3-4 действительно раза и рефрены какие-то, то где-то так и будет получаться. Ну да, 2 минуты выходит. Так поэтому это и модный формат сейчас. 1.59 сейчас очень модный формат, знаешь, да? Это современный, да. Новая волна рэпа, неопоп, они делают песни... В ТикТоке вот тут, да. Потому что 30 секунд, это уже, если 30 секунд послушали, то уже засчитывается прослушивание на стриминговых платформах. Соответственно, можно начать сразу с припева. Ты сегодня проверил, я сегодня твой альбом 6 раз с утра послушал еще. Это хорошо. Подскочил. Спасибо, очень приятно. Я всегда ценю слушателей, потому что их не так много, но они у меня очень верные. И они прибавляются постепенно и остаются со мной. То есть вот есть 2 пути развития артиста. Это такой резкий скачок внезапный, какой-нибудь на волне какого-нибудь там хайпа, хита внезапного, или... И случайная аудитория, там, миллионная аудитория, может быть. Но постепенно она вся отваливается потом. И есть путь развития инди, да, артиста, вот, который, наверное, я в данный момент выбрал, когда у тебя постепенно прибавляется аудитория, может быть, там, в месяц по 7, по 5 человек, может, по 10, ну, так вот, в районе таком, тот счет не на сотни даже идет. Но у нас с тобой всегда. И они ходят на все мои концерты. Вот я уверен, что сейчас выступление будет, 7 числа меня пригласили выступить, будет мероприятие. «Последний день Вероники», как так называется, бар там на Лубянке, я не помню.
Ты буквально там сет небольшой, 15 минут, но я уверен, что... Меня уже название бар пугает. Да-да-да. Я, может, не буду там... в общем, такой больше поэтический вечер, но меня приглашают, как там только авторский материал будет. И я уверен, что придут люди, которые вот меня послушают, придут. Вообще, Алексей Глызин рекомендовал именно этот способ роста артиста как самый эффективный, самый честный, самый правильный, самый долговечный. С маленьким приростом. С небольшим приростом, но верно, чтобы это была чисто твоя аудитория. Глызин, которого знает вся страна, может себе позволить такие рекомендации. Как только 100 человек вы наберете вот плотно своих, это все уже успех, и дальше вы уже можете существовать там в любом режиме. Оля, это старая технология, все зависит от его стремлений. Вот, ну, я был на концерте Глызина, и я действительно видел там людей, которые вот вместе с ним, можно сказать, ну, не будем говорить, старели, да. Росли. Просто я был, кстати, на Москву подписал как раз концерте Глызина в Крокусе. И там люди, вот, которые пришли, вот они с 87-го года как стали на него ходить, они и ходят до сих пор. Детей приводят, потом внуков приводят. Ну да, были там, конечно. Были. Зал был полный, конечно. Ну а вообще, вот каким ты видишь свое будущее как музыканта? Ах, ой, вот такой вопрос. Просто... У меня в конце декабря наконец-то появился, вернее, в конце ноября появился менеджер. Да ладно. Это просто для меня, да, потому что я с финансами не дружу, не умею продавать себя и песни. Наконец-то у меня вот появился там, у меня даже в профиле в Инстаграме номер телефона, то есть по всем вопросам. И мне стало легче, потому что у меня какой-то груз ответственности спал, то, что вот надо просто сейчас сделать какие-то песни, и наконец-то уже надеюсь, что мой менеджер их продаст. Это путь композитора, скажем так, первый путь, да, то есть путь, на который финансовый такой, потому что я очень хочу сделать свои записи, у меня лучшие песни я так до сих пор не сделал. Они у меня лежат, копятся, их может быть 5-6 таких вот прям, я понимаю, что это песни, которые мне просто жаль на них тратить мало денег, на них тратить надо много, чтобы они были так здорово записаны, чтобы я был уверен, что за это мне не стыдно, чтобы я их на лейбл мог предложить, или там выпустить, но чтобы продвижение тоже было. Ну, а для этого мне надо накопить их. А для того, чтобы накопить, я решил, буду продавать песни. Можно продать квартиру, где там у тебя во Владимирской области. Нет, почему? Дальше что будет? Полочка, да? Известная рекомендация. Главное, не продать душу, я считаю. Все остальное можно, конечно, продать, но я никуда не тороплюсь. Но вот сейчас у меня вот мы с Машей решили, что мы делаем песни, продаем их артистам, каких, так сказать, поп. Потому что у меня есть тоже такие песни. И уже дальше... Ну, еще концерт, конечно, надо делать. В общем, такие планы очень, с одной стороны, размытые, а с другой стороны, я понимаю, что я вот свое будущее вижу как такой сингер-сонграйтер, что ли, вот, который для других пописывает, ну и сам поет. Но я разделяю то, что я для других пишу, для себя такие разные все-таки песни. А ты же уже для кого-то писал, да, по-моему? Да нет, фактически не писал. Не писал? Так вот как-то все висит. Это... Вы вроде с Сашкой Ковалевым. Ну, мы писали, хотели, вот сейчас сделали песню, он Туриченкову вроде как предложил, я не знаю. Вот он... А, это вот вы с Сашей для Туриченко. Ну, мы писали песню, переделали просто старую нашу одну песню. Я понял, что он не отказался, но пока не Я думаю, что у него там, они же в открытую набор делают, и у него там очень много этих песен, он до сих пор же ничего не выпустил, альбом никакого. Еще вот я песню свою сделал, одну отправил Панайотову, он мне тоже ответил. Ну вот пока тоже думает. Но они долго раскачиваются. Потому что вот я такой человек откровенно стал. Но вот Панайотову реально... Не продажник. Да нет, к тому, вот Панайотову, да, вот песня, ну вот спой ее, и она станет хитом. 100%. Ты чувствуешь хит? Я чувствую, конечно чувствую. Это вот песня, которая вот с его голосом, да, с его... У него нет хитов Панайотову. Вот у него он классный певец. Вот что из его песни, я это не могу Миллионы. Сейчас... Миллионы роскошные вот песни. Я знаю, я не слушаю поп-музыку русскую практически, но я знаю какие-то песни Лободы, да, допустим, которые вот до такой степени до меня доходят, что я их не слушая знаю. Лолита там, допустим, что-нибудь споет такое, и ты сразу же знаешь, что Миллионы песня... — это название песни. Я понимаю. Да. Ну, вот песня, на всякий случай, песня вот это миллионы. Я думаю, что два хита не помешают в любом случае. Конечно. Меня надо... Кстати, вот ты про менеджера сказал, что у тебя теперь там номер телефона, я сразу вспомнил историю моих дней, вот буквально вот последние 2-3 дня у меня происходит история, я был менеджером одного артиста, в его профиле был указан мой телефон, вот, и мне 3 дня названивают коллекторы,
Вот я освободил себя от этого, наверное, тоже. Мне коллекторы все равно звонят. Вовремя надо убирать контакты. Я ежедневно разговариваю, я уже артисту там позвони, я им не выдаю его как бы нахождение. Говорю, не знаю, где, чего. Сам ему позвонил, написал, говорю, позвони, как освободись. В общем, кто-то продает песни, а кто-то менеджер для того, чтобы за него просто коллекторам отвечали. Вот, видимо, да. Вот я понял. Мне пока такое, слава богу, не грозит. Какие-то артисты. А Маша это и есть менеджер, да? Маша это менеджер, да, девушка. Хороший артист, на самом деле. Ну, кто знает, может, там ошибка какая-то, может, мошенники, понимаешь? Ну, прям... Я не знаю. Давай вернемся к твоей музыке, значит. 2020 год ты выпустил «Сонографию». «Сонография». «Сонографию», да. Это, кстати, название тоже... Вот я общался там с одним человеком и скинул ему песню Элтона Джона. И я говорю, такая классная песня, ну, у Элтона такая обширная дискография, что вот иногда даже просто забываешь. Ну, действительно, у него там в 70-е вышел там 15 альбомов только, в 70 за 8 лет. А мне в ответ... Ну ладно, я пойду спать, пополнять свою сонографию. И мне это так слово понравилось. Но я только исправил одну букву, сонография. И прекрасно. Вот я так альбом потом назвал через полгода. Вот. А я думал, это какая-то концепция. Это ну, песни, они такие довольно... Вечерняя закатная тематика. Вечерняя закатная тематика. Это человек заката. Там я уж подумал, Мишке стали сниться песни. Не снятся, конечно. Снятся песни? Ну, как-то волнообразно. Как Панайотов поет, да? Не, кстати, какая-то песня снилась прям с аранжировкой. Ну, у меня как-то, помню, в конце октября, вот, наверное, уже до 2020 года. Прям вот я спал и... Я тогда в Домодедове еще снимал жилье, и какая-то такая нехорошая квартира, наверное, была. Это зимний Мишкин альбом. Мишки в спячку укладываются, и Мишки начинают... Зимний Мишкин альбом. Я прям на диктофон просыпаюсь, напеваю. Думаю, какой шедевр. Просыпаюсь с утра, а там такое мурлыканье. Но тем не менее, логично. Мишка спать лег на зиму, и за зиму вот альбомчик. Песня на альбоме «Соль времени» «Невидимый». Ага. Она мне приснилась. Ну, первые строчки, потом я уже доделал ее. Такая довольно мрачная песня, на самом деле. Ну, разные были. Мрачность — это не твой козырь. У тебя всегда много воздуха, света. В последнее время вот этот альбом «Соль времени» довольно получился таким экзистенциальным, я бы сказал. В нем, знаешь, чего мало? Хитов. Нет. Он хорош тем, что его можно слушать... подряд. Ну, не надо выбирать песни. Так у меня всегда такие альбомы. Я же не стараюсь... Я почему короткие альбомы? Потому что я проходных вещей туда не делаю. Не набиваю до 10, чтобы у меня было... Ну, вот в альбоме «Соль земли»... «Соль времени». Ой, «Соль времени», господи. «Соль земли» это... Прости, я буду тебе всю путать. У Файзенберга покойного. «Соль земли». У нас сегодня день деменции, да. Вчера, продолжение вчерашнего. «Соль времени», я же себе даже написал «Соль времени». Почему я «Соль земли» решил сказать, не знаю. Потому что есть такой альбом другого. В нем мало любви. Ну, а сколько любви в жизни, столько и в музыке. Хотя ты находишься в том возрасте, когда ты должен быть еще любвеобилен. Тебе вот сейчас сколько? 23? Какой 23? Здрасте. Уже больше? Уже 24. 25 уже. Кошмар. Ну, спит человек, зима, зимняя спячка. Ну, для меня все застревают в том времени, когда мы начинаем общение. Понимаешь, и все. Я думаю, что им столько лет вообще и осталось. Не, ну, любви сильно мало, потому что я все хотел сделать... альбом песен про любовь отдельно. И назвать... Я вообще слово «любовь» стараюсь не употреблять в музыке в своих песнях. Потому что мне кажется, оно настолько заезженным. Не, можно не употреблять, но любви все равно мало. И я хотел сделать альбом, который называется «Любовь». То есть там такая обложка «Лю». Ага. Я такой «Бо» закрываю, стою такой как-нибудь. Ну, «Бо» и «Ви». Ну, такие большие буквы. Ага. И то глоток прожит «Лю» дефис «Ви». То есть не только, что любви нет в мире, одна любовь осталась. То есть все сокращается, все ТикТок сплошной. И вот эта любовь превращается в любовь. А это хорошая идея. Я ее впервые в эфире вот сейчас говорю. Поэтому... Застолбил человека. Да, нет, на самом деле я... Зафиксировал. Потом, если кто-то украдет, то будешь говорить, такого-то числа у вас столько-то. Да если даже украдут, все равно у меня песня лучше, чем и мы попросим этих коллекторов, что мне звонят по поводу того артиста, чтобы они звонили тем, кто украдет у тебя идеи. Вот, ну вот я уже взял с этого альбома одну песню на «Соль времени», условно, с изображения записал. Вот она, песня про любовь, хорошая баллада такая. Я на концертах всегда пою, мне прям девчонки там...
просто... Наверное, вот те, которые про любовь, они и есть. Те самые, которые ждут классной обработки, нет, роскошного такого. Там все-таки все про жизнь. Про меня, про жизнь, про... Жизнь, да, вот любовь. Он такой вот философский альбом. Как будто ты прошел какую-то очередную стадию взросления, и все, что ты в этом мире ощутил, понял... поймал, вот для себя зафиксировал, ты как бы в этом альбоме... Вот знаешь, я слушал, и такое ощущение, что вот ты подвел итог к какому-то жизненному этапу. Это вот мои ощущения. Это 100% так. Ты прям отгадал, потому что действительно, вот 21 год для меня был... 21 просто вылетел как-то. Для меня был такой, ну, у меня много поменялось в жизни, произошло. И, наверное, действительно, я как-то немножечко помудрел. Ну, ты раньше был достаточно большой мудрости человек. Ну, это внешне, понимаешь? Наверное. Потому что все-таки я делал очень много каких-то таких авантюрных вещей. Не, я не есть такой авантюрист, в принципе, но... Ну, мы все не без глупости. Знаешь, да, если ты думаешь, что ты в 50 лет перестанешь глупости делать, ты ошибаешься. Ну, подожди, авантюрно это не обязательно глупость. Авантюрно это некий риск. Риск может быть очень хорошо рассчитан. Риск — это большая глупость. Ничего подобного. Есть вещи, ради которых стоит рисковать. Ну, ты посиди, отдохни, мы поспорим пока. Ну, ты же меня взял сюда. Я же говорю, в 50 лет тоже совершаешь глупости. А Ольга, понимаешь? А вот мы послушали мой альбом? Я не слушала ваш альбом. Сейчас послушаем. Сейчас будем слушать. Я всегда оставляю себе на свежие впечатления. У нас Володя делает базу, а я свежими этими займусь. Раз мы про соль уж говорим, значит, море соль мы будем слушать. Глаков Project, «Море соль» на Кальян FM. Слушаем. Кальян FM. Хорошие песни. Море соль, сахар рек. Ты один человек. Ты один сам собой, а вокруг море соль, море соль, сахар рек, поцелуй, белый снег, поцелуй. Сквозь боль, но внутри.
чай с кальяном. То есть ты нас уже начал видеть без очков. Человек, который прозрел в этой студии наконец-то. Я напоминаю, Ольга Калашникова. Владимир Кальян. И Михаил Гладков, Гладков Project. Сегодня у нас в гостях со своим новым альбомом «Соль времени». Только что композицию «Море, соль» мы послушали. Оль. Да. Ну, так как ты соль, сегодня, Оль. У тебя дебют, ты соприкоснулась с творчеством Миши. Да. Которым... прекрасно. Опять же, да. Песня в рифму идет. Соль, Оль. Соль, вот, Оль. Да, да. Вообще, да, очень... Соль, Оль – это следующий альбом будет, который посвящен всем Ольгам мира. Не, соль, давайте, Оль. Давайте мне сначала, а потом уже. Там Оль во множественном числе. Соль, Оль. Нет. Оля, это и короткое название, но это мы с тобой потом обсудим. Вот. А по поводу этой песни, вот когда слушали, он сказал, что перед этим альбомом был альбом, который он воспринимал как, как будто исполнитель гораздо старше своего возраста, такой умудренный опытом, чуть ли не пожилой, да, человек такой, певец. А вот в этом альбоме уже слышно, что человек молодой, активный, и вот такие вот резкие изменения. Не зря был разговор, что явно какое-то переосмысление произошло, да, и человек изменился. Потому что у меня ощущение такое, что в прошлом альбоме это были идеи и мудрость, которую человек впитал от своих воспитателей, от каких-то авторитетов, из книг, потому что явно человек начитанный, почему-то мне кажется. Мне кажется, что очень много читаешь. Я филолог же ведь, МГУшник. Вот, знаешь, как хорошо, когда человек не в курсе твоих каких-то деталей, и есть возможность читать это непосредственно в передаче, да, не обманешь. Диплом не купленный, однозначно. Вот, и действительно... У тебя еще, по-моему, красный диплом. Вот, все это сильно повлияло, и ты это пережил. Ну, это детали, да. И выложил в первых своих творениях, а потом уже нашел себя... И себя самого проявляешь в последующих твоих альбомах. Мне кажется, вот этот вот момент, и мы сейчас наблюдаем. Что ты по этому поводу скажешь? Мне кажется, я все-таки до сих пор ищу себя каждый день. Но ты еще молод, ты будешь еще долго искать себя. Ищу себя, вот сажусь за инструмент или беру гитару, но в последнее время что-то я больше за клавишами. Так это и есть молодость, когда ты все время ищешь и находишь что-то новое. Вот вчера сел, например, к примеру, вот у меня в голове песня, мне что-то как-то в последнее время заинтересовал. Ну вот опять же, про эстраду. Марк Минков. Прекрасный композитор просто. Я просто поражен, там какие гармонии у него. Там берешь даже пугачевские песни. И разбираешь. Что значит даже пугачевские? В первую очередь их и берешь. Я имею в виду, благодаря Пугачёву и Минкову. А он писал симфоническую музыку и всякие там вот эти детские, да, песенки классные, фильмом. И такие классные гармонии. И думаешь, да, вот тут вот можно поучиться. И к чему я все это говорю? К тому, что когда ты поиграешь что-то там из... Посидишь там, может быть, полчаса, 40 минут, что-то там чужим, просто как посмотришь, поразбираешь, поанализируешь, а потом, может, что-то свое приходит. Ну, пока что-то в этом году у меня как-то так, затишье. А мне кажется, если еще взять творчество Давида Тухманова, который вообще... Тухманов я вообще просто... Это да, для меня... это один из моих тоже любимых композиторов. Дай бог здоровья, кстати. Вот, да. И там такое разнообразие, и этот человек, мне кажется, опережал на 50 лет всю музыку. Я считаю, пополнение моей памяти, это, в принципе, оно слушается до сих пор на одном дыхании. А и это можно группа сделать... Москва? Группа Москва, ну, конечно, я люблю Носкова, но, наверное, для меня это слишком уж, даже для меня слишком сложная музыка. Андеграундно очень. Да. Но, мне кажется, ее время придет. И вот я бы сейчас перезаписал бы этот альбом. Я бы, знаешь, у меня такая идея была, вот заканчивая с Тухманом, да, что вот вполне моей памяти. Есть такие иммерсивные какие-то там, как сказать, перформансы, да, то есть я был в Марсе, центр искусства современного, там цвета, комнаты разных цветов. От красного тревожный, постепенно все осветляется. И там наушники тебе дают, и там тебе что-то говорят. И можно на каждую песню альбома Тухманова, по волне моей памяти, сделать комнату такую, то есть с этим эпохой. Там же есть стихотворения разных эпох. От античности до современности. Из вагантов оттуда самая известная вещь. Из вагантов средневековая, да. А, например, там из Сафо средневековая, ой, этот, античная там. И вот сделать там с этой музыкой, человек ходит, там смотрит на эту эпоху, потом дальше. Как такое путешествие во времени вместе с этой музыкой. Не знаю, кому это написать, может быть, Марс, там, не знаю, кому написать, но вот
Ну, мне кажется, классная идея. Просто вот музыка... Ну, все классно, надо спросить. Я с одним из исполнителей, вернее, с его братом очень близко знакома. Я с ним в Лондоне играла. Пусть выговорится, она в третьем включении нужна мне молчаливая, да. Боди, там две песни спел. Вот, он спел две песни, и мне прям даже интересно будет, да, поговорить. И там это... Мне совершенно потрясающе. Это что-то такое, мне кажется, лиловое и очень трепетное. Он в Арсенале пел тогда, по-моему. Миш, вот я тебя слушаю, а ты же прекрасно... Ты можешь быть историком российской музыки. Ты очень много знаешь, ты очень много помнишь. Я могу читать лекции по теме «История русской популярной музыки 20 века». Я об этом думал. Да. Я вообще хочу книгу написать, но об Антонове только я хочу написать. Мы не будем о нём говорить. Начать. Он Антонова... тебе не заплатит, он очень жадный. Он с тебя еще возьмет за использование его имени. Во-первых, больше меня о нем никто не знает. Ну, ты, да. Во-вторых, просто нет ни одной книги о нем до сих пор. Да. Слушай, а давай... Нет, просто не никто не берется. Давай попробуем печатать главки на Мускубе. Будешь писать по главке и будем публиковать. Бога, начать можно с Антонова, а выйдет это а в эту книгу уже... или у меня не есть, выйдет? Кстати, соавтор, который хочет вместе со мной работать. Парень еще младше меня и тоже прекрасно знает Антонова. Потому что мы с ним как-то вдвоем вот эти в голове держим идеи. Mm-hmm. Он в Питере учится на ИСТФАКе, СПБГУ. Ну, как хорошо. Да, и он тоже. У Антона много молодых, кстати, поклонников, потому что все-таки он реально классик. А у классиков классику слушают. Ну что, мы же его тоже в детстве фактически слушали. Ну вот, кстати, выросли на Антонове. Мало того, что он пел свои песни, еще половина эстрады пели его песни. Он же много. Виашники все пели. Да, Виашники все пели. Вот. Я ведь смотрел ваш эфир, между прочим, с самоцветами. Посмотрел. Потрясающий эффект был. Да. Вот. И я думаю, что это еще может быть одним направлением твоей музыкальной деятельности. А потом ты прекрасно можешь оценивать работы что современников. Именно? Не, я все-таки не хочу раскидываться, потому что я почему об Антоне Михайлович? Ты прекрасный рецензент, понимаешь? Ну, я слышу, конечно. Знаешь, почему я перестал писать рецензии? Потому что вот альбомы, которые мне предлагали, ну и которые вообще нечего писать. Вот я помню, когда уже на Москву пошли заказы, допустим, вот Даша Мишина тогда, мы с ней там, она, вот Миша альбом, надо написать рецензию. Я услышал, ну, вот не за что зацепиться. Вот не за что, реально. Одна, может, полпесни на весь альбом хорошая. Когда ты сидишь в жюри и слушаешь, и мучительно пытаешься, что же тут можно сказать, и так и не можешь этого придумать, начинаешь какую-то ахинею нести, сам себя ненавидишь, а отказаться ж невозможно. Это можно не написать рецензию, да? А когда ты сидишь в жюри, там вынужден что-то говорить. У нас сегодня с тобой в гостях Ольга Калашникова, ты понял, да? Да, ну, на самом деле, и вот это меня мотивирует, когда я слышу какие-то группы, у которых... аудитория большая или больше, чем у меня даже. Но песни у них хуже, чем у меня. А я как бы могу говорить, да, вот мое мнение. То есть реально хуже. Ну просто вот как-то... И меня это мотивирует. Я, значит, чем я хуже? Я должен... У меня должны слушать не меньше, просто время пока не пришло. У тебя просто хорошие песни, а у них популярные. Как бы так, чтобы это все соединилось. Это же вот парадокс. У меня сейчас есть одна идея, кстати говоря, для ТикТока. Как мы тут буквально в понедельник, у меня есть друг один мой гитарист, в воскресенье концерт был, я ездил, у меня у моего педагога был юбилей 65 лет, я вел и пел там концерт, исключительно его авторские песни были, и там группа, все живой звук был, я вел и пел. И гитарист там тоже мой друг, который в моих альбомах принимает участие, Стас Пешков, и на концерт вот в апреле у меня в Москве концерт был большой, классный, и вот он там играл тоже. И он говорит, надо с помощью каверов. Аудиторию с помощью каверов набирать. И я такой думаю, блин, у меня есть одна идея такая для ТикТока попробовать. Я не хочу пока, наверное, все-таки ее говорить в эфире, потому что это вот реально могут перехватить. ТикТок взял, снял и выложил раньше меня. Но вот я с одной стороны хочу, а с другой стороны боюсь, потому что, вот, опять же, набежит аудитория, которая не будет слушать мои песни. Да. И она будет требовать то, что, на чем ты раскрутился. Да. Но с другой стороны, терять-то что? Господи. Ну, просто сделаешь три разных концерта. В одном будут там твои песни, этот альбом, другой. А третий концерт будет по каверам. Есть тоже вариант, сейчас прекрасный исполнитель, его зовут Go Артур. Ну, не знаю, дурацкие имена себе придумывает, понимаешь? Так, он там Артур Сахисян, например, да? А он псевдоним себе еще английскими Go Артур. Иди к Артуру, или как это понять? У него потрясающий голос. Но весь его ТикТок заполнен каверами. Понимаешь? Ну, это весь вопрос материала. Понимаешь, При этом он автор, ну, сам пишет песни. Не, ну, каверы, знаешь,
кавер... Я раньше как-то очень так скептически относился к этому, а потом я понял, что я и сам каверы хорошо делаю. Вот я беру, например, какую-то песню, я ее пою для себя. Ну, просто сижу, например, вот, или минусовку даже там скачиваю, просто, ну, вокальные какие-то репетиции. Mm-hmm. Я думаю, блин, как у меня классно эта песня получается вообще-то. А на самом деле, ну, публично мне не хочется это делать. Вот взять и петь там под Минск или там в ТикТок. Но переработать какую-то песню можно. Многие это делают, берут современный хит, какой-нибудь топовый, даже хип-хоп хит, и перерабатывают его просто под себя. Ну, главное подписать, чтобы люди поняли. А то настолько это все переработано, что они не понимают. Да, ну, кавер такая вещь очень специфическая. Но многие этим занимаются, потому что сейчас востребовано вот... популярно, да, группа, кавер-группа на корпоратив. Но они всегда... Не певец под Минус поет просто. Последние 20 лет. Я раньше так работал. А сейчас опять вот эта волна кавер... Слушай, ну я после эфира у тебя спрошу. Да. Мне кажется, я знаю, что ты хочешь для ТикТока делать. Хорошо, я вам расскажу после эфира. Мне интересно. Да. В Советском Союзе тоже кавер-бенды были популярны. Почти каждый ДК имел свой штатный ВИА, который не пел... собственный материал, а пели ну каверы. Вот как раз у меня... Запросом вот, радиослушателей. На танцах играли. На танцах играли. Да. Нет, даже концерты давали. Концерты, но да. Они снимали вот все-таки, они старались все. Снять как можно ближе к оригиналу. Как можно ближе, просто чтобы люди как бы узнали. Тогда, может, даже и не было такого. Можете ставить эти все пленки, переставлять, а тут группа выходит, играет, танцует. Ну, тогда все еще было государственное, поэтому вопросов авторских прав не стоял. Нет, они заполняли репортички все-таки. Заполняли, но все это было под контролем государства, и всюду всем все выплачивалось. Сейчас, вот если бы у тебя взяли и украли песни из альбома «Соль времени». Я бы судился, конечно. Не стал бы давить. А если бы сделали, а если бы украли и исполнили лучше, не, чем извините ты. Меня, я выпустил уже песню, и это все там. Она же автоматически за мной уже закреплена. Не, ну ты что, я к этому отношусь как к ребенку. Ну как это вот меня? Я родила ребенка, у меня взяли ребенка, не, забрали, что-то. Если бы делают. Прям песню, вот один в один, прям музыка и слова, и я услышу мою песню, где-то звучит по радио, ну, конечно, я обсудился. Я же Юрия Антонова люблю. Вот чья школа-то, да. Конечно. Не, ну вообще... Хотя у него случай, который интересный был, когда вот DJ Smash делал ремикс его «Летящей походкой». И он сначала Антону хотел тут подавать, а потом видит, что во всех клубах Москвы. Ну, он, собственно, на этом, вот это, на этой волне опять как бы и стал его везде звать. Ну, да. Интересно. Потому что, да, и так с тех пор она не угасает уже там 15 лет. И он уже решил, не буду, вот так вот. Почему, знаешь, в молодости мне казалась песня «Под крышей дома» твою такой дурацкой, а ну, сейчас... это не... Я считаю, что вот... А сейчас я слушаю то, что выпускают наши современные исполнители и понимаю, что... Да, есть чем сравнить. Она для детского мюзикла была сделана, а потом она как-то так раскрутилась уже сама по себе. Вот. Ну, Антонов, конечно, не, мы... Я хорошо. Все время с этой темой надо соскакивать, думаю, Антон. Да, хорошо. Если бы украли, ты бы сразу потребовал все отдать, все вернуть. А если бы написали и сказали, Миш, такая классная песня, но денег нет. Да, вопрос. Так, ну, надо сделать как бы демку свою, я послушаю и расскажу. Ну, и как бы лучше с моим участием мою песню делать. Так вот, ну, в студию позовите, я там что-то подскажу. Что вообще, о чем эта песня? Ну, потому что... А то есть ты не даешь возможности авторского прочтения почему твоей нет? Песни? Ну, как-то есть какие-то просто моменты корректировки, просто под его так. Контролем. Ну, ты да. жесткий стал. Раньше ты мягче был. Жизнь меня научила, что надо быть жестче, потому что я понял, что люди вокруг тоже не очень-то и мягкие, знаешь, вот. Понимаю, но мне пока еще удается сохранить не, мягкость. Я ну, тоже я мягкий. Тоже учусь. Ну, вот если... Да. Я потом мне так сказал, я представил ситуацию, что у меня песня так вот раз, и, знаешь, я, наверное, очень жестко буду действовать. Сейчас у нас законы такие, что действительно за воровство можно... Даже за моральный ущерб можно уже. Почему бы мне не заработать даже на этом? Ну да, тоже хорошо. С одной стороны заработок, а с другой стороны, я считаю, действительно нужно возвращать на круги своя и компенсацию. Если мне человек ущерб причинил, пусть вернет меня, компенсирует это своими какими-то затратами, там, эмоциональными, моральными, материальными, в конце концов. Ты вообще слова не даешь сказать. Как это ты весь эфир говоришь? Я следующий эфир сама буду говорить. Вообще, что-то я наборзел просто. Я такое. Ну просто это кальян. Ну, вот, я вообще сейчас уйду, и будет один кальян. Тише. Ничего себе. Вот
мы говорили о том, что аудитория к хорошей музыке прирастает подолгу, это не только твоя стезя, ну и стезя там джаза, классики, там же тоже не растет аудитория, как у рэперов или у Ольги Бузовой. Вот. Но зато она растет, эта аудитория прирастает, и она остается надолго. А в идеале ты чего хотел бы? Крокус Сити Холл собрать, как Алексей? В идеале Грозин? Стадион Динамо, конечно. ВТБ-арену. ВТБ-арену. Конечно, там же я же динамовец. Зачем мне Крокус Сити Холл? Ну, ты для меня пока еще камерный артист, который откровенничает, философствует. Знаешь, а Володь, а вот монеточка требует... для тебя что? Монеточка, давай так монеточка возьмем. Монеточка — это популярный тренд. Ну, почему вот тренд? Она тоже довольно, у нее, я считаю, изначально музыка камерная. Вот, если брать первые там какие-то работы, и даже альбом вот этот «Раскраски для взрослых», который я очень сильно люблю. И я сказал, если бы я вот писал диссертацию кандидатскую, я бы писал по «Монеточке». Ну, а ты видел у «Монеточки» стадионные концерты? Ну, у нее не стадионы, но у нее большие довольно площадки. Вот ну, нее... на 1500 человек, это не стадион. Плохо для начала. И то она там на сплошных скандалах выезжала, отменяла концерты за 2 часа ну, это, до начала. Наверное, да. Ну, я не слышал об этом. Да, в джипсе. Не, ну все равно это уже как бы массовая аудитория, как ни крути. Вот. Нет, у меня есть стремление, конечно. Я не стремлюсь, как говорится, к популярности. Вот. И мне не интересно, что будет, знаешь. Популярность как таковой меня не интересует. Uh-huh. Но мне хочется, чтобы моя музыка была востребована. И её чтобы слушала большая аудитория. Потому что, как писал да, Пастернак, быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Но, тем не менее, я понимаю, что как бы в современном мире... Если о тебе не говорят, да, то тебя и нет, наверное. Может быть, ослушают, не слушают, но если тебя, о тебе не говорят... Поэтому, конечно, не знаю, вот ВТБ-арена, стадион «Динамо». Почему бы нет? И как ты думаешь, как долго тебе к этому еще шагать? И что нужно для этого сделать? Я не тороплюсь. Ну, для этого нужно, наверное, сделать хит. Ну, ты же сейчас совмещаешь музыку и основную профессию. Да. Вот. Но я стремлюсь к тому, чтобы музыка стала моей профессией. Чтобы она заполнила 100%. Ну да, ну вот, наверное, это мне в первую очередь написание для других. Вот это для меня станет профессией, как бы такой. То есть, когда появится спрос, я пойму, что я могу заняться этим все свое время. То есть, но тем не менее, я стараюсь и на своей профессии, то есть, у меня там есть возможность сочинять, там есть инструменты, все, то есть я занимаюсь этим. Но на самом деле, только никто не знает, как все получится. Главное – работать, стремиться. Даже стремление к цели важнее, чем сама цель, наверное. Как строительство коммунизма важнее, чем сам коммунизм. Это я вчера лекцию просто слушал одну, ладно. Ну, то есть, вот сейчас мы будем слушать «Соль времени» альбом, переслушать его много раз, а ты начинаешь подготовку к следующему альбому. Будет ли в 2022 году альбом? Я думаю, что нет. Я думаю, что будет... Будет пауза. Будет не пауза, а будет несколько синглов. Потому что я перейду на основную свою, так сказать, работу по написанию для других, то есть поп-треков. Я в них буду вкладываться, чтобы делать хорошую вещь, демо. И параллельно, может быть, я запишу из своего вот этого золотого багажа хороших моих песен, которые я не открываю, что-то в таком качестве, как я хочу, и буду это предлагать лейблам. У меня сейчас, я хочу подписаться с кем, на кого, на какой-то контракт, на лейбл. Потому что я понимаю, что ну, независимым артистам очень непросто. Вот я выкладываю все, все как надо, но вот на витрину не попал. И мне стало обидно. Михаил Гладков, я думаю, у тебя все получится, к сожалению, время. Время. Да, время. Мы уже перескочили даже отведенное нам время. Поэтому Михаил Гладков, слушайте его альбом, называется он «Соль времени». А сейчас мы слушаем заглавную композицию этой песни. Ой, этой песни, господи, этого альбома. Композиция «Время». Гладков Project на Кальян-ФМ. Пока-пока. Кальян-ФМ. Хорошие песни. Бегая того, кто моложе, мое
время с каждым днем все труднее, но и все же я люблю мое время. Время выбрать нельзя и отправить назад. Впрочем, многие идут, не жалея, назад. Время, о, время, мое время сегодня и завтра. Обещал кому лучшие строчки. Время тянет назад, но не надо свое прошлое искать старым взглядом. Время ищет пути, его нужно найти и, приняв как святую награду, идти. Время, о, время, мое время сегодня и завтра. Сегодня и завтра. Время, о, время, оборвется однажды внезапно. Чай с кальяном продолжается. Сегодня 200-й выпуск. Сегодня много хорошей музыки. Я напоминаю, Ольга Калашникова. Владимир Кальян. И наша следующая гостья. Очаровательная джазовая певица, музыкант, телеведущая, автор и продюсер джазовых вечеров с Марией Тарасевич. Я, собственно, уже имя назвал, да? И еще... Соавтор и ведущая... популярного проекта «Культурные среды», о котором мы сегодня более подробно поговорим. Вот Мария Тарасевич сегодня у нас в гостях. Маш, мы очень рады тебя видеть, наконец-то. Да, мы так долго этого ждали. Вы не представляете, как я рада, что я до вас доехала. Постоянно вот какие-то препятствия, но я считаю, что всему свое время. И мы встретились в такой замечательный день. Вчера. А ты специально подгадывал под 200-й эфир. Ты следила и думала, нет, только сегодня на 200-й поедешь. Сегодня 200-й эфир, да, 200-й. Так что у нас, да, украшения, бриллианты в этом эфире. Ну, в общем, будем так. Я буду неожиданные вопросы задавать, а Ольга по существу. Ты довольна? Ну, или... Поэтому начнем с неожиданного. Скажи, пожалуйста, чем должна отличаться джазовая певица от всех остальных певиц? Джазовая певица должна отличаться чувством ритма. Потому что я думаю, что основное содержание джаза – это свинг. И вот сколько, скажем... Я переслушала музыки, даже если вот, брать мировых звезд, основа джаза – это прежде всего вот, ритмический рисунок. Я думаю, что этот рисунок, он заставляет нас
ощутить такое движение, да, которое не свойственно никакому другому музыкальному жанру. Если мы там будем рассматривать оперу, да, или если мы будем рассматривать поп-музыку, вот, они будут существенно отличаться от джаза. Потому что все-таки, на мой взгляд, джаз – это основа ритма, ритм секции – это основа джаза. Я знаю, что Ольга занималась на барабанах, и вот она, как музыкант, должна вот это чувствовать. Но она, мне кажется, больше рокерша у нас, Ольга. Меня по-разному учили. По-разному. Да, там невозможно только один бит какой-то. Но нет, стержень у нее рокерский. Рокерский, Ольга. Рокерский, да. Вот смотри, вот я сейчас смотрю, вот Маша сидит, вот она либо джазовая, либо балерина. У меня ощущение, что она сейчас встанет на пуанты и будет нам здесь суету крутить, да? Вот. А ты рокерша такая сидишь. Вот вы для меня совершенно два разных. Что-то там посмотрю. Я вспоминаю, как я одета, потому что как-то вот не совсем в моем представлении рокерском. Просто вот понимаешь, я же часто общаюсь с джазовыми певицами, и это какая-то совершенно отдельная субстанция. Субстанция, да, они совершенно другие. Вот даже как на концертах. Вот бэнд играет, да, а джазовая певица стоит в сторонке и ждет, когда, значит, подойдет ее время, ее очередь, да, она выходит, спела и опять в сторонку. Мне кажется, это все-таки какая-то своя культура. Да, своя культура, хотя я хотел сказать, что там мужчины-деспоты просто издеваются над женщинами, дают им только определенно. Это, понимаешь, Оля на меня обиделась в предыдущем включении, но я же к этому и подводил, что вот в джазе мужчина дает женщине определенное время, и все, дальше которого она не может идти. Да. Внезапно мы оказались в джазе. Да, значит, да. Два года мы были в нормальном эфире, а тут мы внезапно оказались в джазе в этом эфире. Предупреждать надо, боже мой. Ну, когда я тебя предупреждал. Вот. И вот чего не может позволить себе джазовая певица из того, что может себе позволить певица любого другого жанра, классику не берем. Я думаю, что я бы ответила, что может себе позволить певица джазовая. Прежде всего, это импровизация. Джаз – это нет каких-то определенных рамок, но в то же время существует тот самый свинг, тот самый ритм, который внутри этих рамок. И джазовый музыкант или джазовая певица, прежде всего, она должна чувствовать форму, чувствовать ритм, уметь существовать в этом, уметь наполнять это и, в общем-то, нести то искусство зрителям, которое она несет. Если мы будем говорить про джаз, то, Володя, вот то, что ты сказал, что дают какие-то определенные, ну, скажем, моменты, мгновения, да, для выступления, я думаю, что не совсем так. Все-таки джаз – это импровизация, и здесь может любой музыкант вступить именно тогда, когда он это чувствует. И именно умение чувствовать партнера, умение чувствовать музыку, оно позволяет органично существовать всему бенду, импровизировать музыкантам, да, и это настолько спонтанная музыка, вот, ну, не зря же, да, в основе джаза лежит ритм и импровизация. Поэтому здесь я бы больше сказала, что, да, опера, классика, здесь действительно ты стоишь в сторонке и выходишь там на свою арию, тут все достаточно строго, а джаз – это музыка свободы. А сексуальность в джазе в чем выражается? Вот в поп-музыке, да, они там надели короткие шортики, маечку, все, это сексуально. А в джазе? Джаз – это не внешние какие-то формы, да, угу. Если мы берем каких-то джазовых исполнителей, Билли Холлидей, да, или Элла Фицджеральд, я не могу сказать, что это какие-то модельные такие вот формы или там 60-90-60. Скорее всего, это джаз – это нарушение всех традиций, это нарушение правил. И здесь что значит сексуальность? Сексуальность – это то, что притягивает. Это та энергия, которая притягивает. И она тоже может быть абсолютно разной. Я думаю, что вот если та же Билли Холлидей со своим небольшим диапазоном голоса, да, начинает петь, начинает импровизировать, она не менее сексуальна, чем Мэрилин Монро.
с ее размерами, да, с ее красотой, там 60-90, те стандарты, к которым мы, в общем-то, привыкли. Я думаю, что джаз, его красота в его нетрадиционности и в том, что внутри этого можно позволить себе очень многое. Маш, ты работала в таких потрясающих бендах. Но почему-то 12 лет назад ты решила больше посвящать времени коллегам по цеху. И организовала проект «Джазовые вечера» с Марией Тарасевич. Хотя сейчас ты могла бы быть во всех передачах, во всех программах, наравне с Мариан Мирабовой, которую мы везде видим и очень за нее радуемся. И я все время Оле говорю, а где Тарасевич-то? Где? Тарасевич за кадром. Я думаю, что... Вот в этом вопрос за кадром, заключается. Да. Почему Маша за кадром? Я за кадром, потому что это мое решение. И более того, я себя в этом чувствую очень органично. Это то... это мое. Я могу сказать, что несмотря на то, что я много выступала и работала в таких потрясающих коллективах, спасибо Господу за возможность работать с такими музыкантами, но в определенный момент времени, в определенный момент моей жизни так сложилось, что Бог мне предоставил возможность создавать самой, создавать те перформансы уже как режиссеру, как продюсеру. Естественно, тут все мои умения задействованы, и музыкальные мои пристрастия, и там организационные. Вот. То есть это все воедино слилось, и получились джазовые вечера с Марией Тарасевич. А не считаешь ли ты, что... Ты нас обделила, ты лишила нас удовольствия. Нет, я так не считаю, потому что я думаю, что все те люди, которые побывали на наших вечерах, и с которыми мы общаемся, дружим, которые к нам продолжают приходить, вот сейчас новый проект, это «Культурные среды», о нем мы чуть позже поговорим. Во второй половине. Да, я просто вот каждый раз слышу такое количество благодарности от людей, и, конечно, это уже у нас вот как некое сообщество, да, то есть когда ты создаешь и ты чувствуешь, вот как учитель, да, который учит учеников, он чувствует вот эту благодарность, ради этого он занимается, ради того, что вот он это создает, выращивает своих учеников. То же самое и с концертами. Эта работа, ну вот я могу на 200% сказать, что это то есть это мое. Это то, чем я буду заниматься, чем я сейчас занимаюсь и чем я занималась последние 15 лет. При этом я для себя, скажем, для своих коллег продолжаю петь и, в общем-то, делаю это с огромным удовольствием. Вот год назад у нас вышел макси-сингл «Embraceable You» на Bootman Music Records. И, в общем-то, в этом году в планах выпустить диск с Игорем Бутманом в цифровом варианте. Вот этот диск, который я вот принесла сегодня. Покажем, и да. 2010 подарила, год. Да, подарила Владимиру. И для Ольги у меня есть тоже такой же диск. Вот, этот диск записан с квинтетом Игоря. То есть здесь просто золотой состав. Это потрясающие музыканты Эдуард Дизак, барабанщик, Антон Баронин, Виталий Соломонов, контрабасист. В общем-то, Виталий написал все аранжировки. Ну и маэстро Игорь Бутман играет на саксофоне. То есть диск, ну, я считаю его очень таким удачным. И, в общем, это то, во что мы вложили много сил. И сейчас уже, так как все меняется, уже диски никто почти не слушает, все это слушается в интернете. Вот, в этом году я все это буду реализовывать, оцифровывать. Или перезаписывать будете? Нет, ни в коем случае. Нет. Это просто записано так, называется, как оно... Называется диск-то как? Диск называется «Moon Dance». И заглавную композицию этого альбома мы сейчас послушаем. Мария Тарасевич на Кальян-ФМ. «Moon Dance». Кальян-ФМ. Хорошие песни.
Endless night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance near the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. I'm trying to please to the calling of your heartstring, the place of love. You know that no heart's magic seems to whisper and hush. You know that soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Can't wait till the morning has come. And I know now time is just right, and straight into my arms you will run. While we come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. You don't know how much you want me that you can hide. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Can I just make some more romance with you, oh my love? Вот
такой прекрасный альбом выпустила в 2010 году Мария Тарасевич вместе с Игорем Бутманом. Вот. Будем ждать оцифрованный вариант. Да. Обязательно. Это да. Необходимо в наше время, потому что дома стоят ящики с дисками. Дисков записано 6 дисков у меня разных альбомов и русскоязычных. У тебя 6 альбомов. Да, и с Анатолием Ашерчем Кроллом, с оркестром МКС Биг Бенд. Вот. Ну вот год назад мы выпустили именно цифровой вариант. Это трио Евгения Борца. Сергей Хутас, главный аранжировщик и продюсер музыкальный, Богдан Степанов, продюсер, и диск называется «Embraceable You». За главную песню мы тоже послушаем в финале интервью. Да. Хорошо. Вот. Ну, расскажите мне, мои красавицы, потому что вы с этим проектом соприкасались, ты соавтор этого проекта, а Оля частый гость этого проекта. Мне, к сожалению, не удавалось ни разу до вас доехать. И победитель нашей интеллектуальной викторины. А, да. Она у вас что-то выиграла. Она такая, выиграла. Вы ее Париж приглашаете, она все призы соберет. Да. Культурные среды. Культурные среды. Конкуренция чаю с кальяном. Чай-кальян. Потому что мы тоже по средам выходим. Да. Вот приглашаю и Ольгу, и Владимира 20, и всех, вот и там, всех да, наших да. дорогих радиотелеслушателей 26 января в роскошном Модус Холл наши культурные среды вместе с потрясающей певицей, автором, композитором Амарией. Проект «Культурные среды». Друзья, мы вас ждем. Это будет потрясающий вечер. Специальный гость, джазовая певица, телеведущая Мариам и Мирабова. Радиоведущая. И радиоведущая, да. Мариам Мирабова. Потрясающе. Ну, там помимо Мариам еще действительно потрясающие имена. Помимо... Расскажи подробнее о том, что ждет гостей на этом изумительном вечере. Ну, потому что это всегда, просто несколько слов, это всегда просто квинтэссенция изящества, изысканности последнего слова в какой-то музыкальной, действительно культурной среде Москвы. И это не только музыка, это еще и лектории очень интересные всегда. Это всегда интересные викторины. Это какой-то колумбический тоже. Это перформанс. То есть наши идеи с Амарией, то есть проекту будет год в марте, то есть уже нам скоро будет год. Уже выросли. Уже да. Мы выросли, да. И вот так получилось, что с Амарией нас свела судьба 10 лет назад. Ну, уже почти 10 лет мы общаемся, дружим. И долгие годы Амария была нашим гостем. То есть она приходила на мои джазовые вечера. И вот ее любовь к музыке, к искусству, она нашла, естественно, отклик в моем сердце, потому что на моих глазах я видела, как вот Амария создавала... Становление артиста. Становление ее... вот проектов музыкальных, которые, естественно, вот, ну, не могут оставить равнодушными никого. Это сила слова, это прекрасная музыка, это очень чистый и красивый голос. Вот недавно вышел альбом Амарии под названием «Когда». И вот Ольга мы тоже... были на презентации. Да, мы все были на презентации. Мы поздравляем Амарию с выходом, я считаю, очень сильной и такой мощной работы. Самая сильная ее работа. Да, потрясающее шоу. Да. Вот без лишней скромности могу сказать, что на меня вся программа, концерт, вот свет, звук, оно все произвело какое-то, ну, неизгладимое впечатление. То есть это большой очень результат. И, конечно, вот я рада, что встретила такого человека, и год назад мы решили вместе делать и создавать удивительный проект. Я считаю, проект, которому нет аналогов, «Культурные среды». Проект – это скорее даже перформанс, вот Ольга правильно сказала, потому что это не просто концерт. У нас мы объединили и чтецов, и художников, и поэтов, и музыкантов, то есть творческих и талантливых людей. Знатоков моды, модельеров, да, дизайнеров. Да, и знатоков моды. То есть один из вечеров у нас был, например, посвящен Габриэль Шанель.
Да, это была лекция. Вот я очень хотел попасть, я завидовал Ольге, потому что я даже отпустил тогда тебя, помнишь, пораньше? Да, даже да. Отпустили меня пораньше, чтобы я успела вовремя. Да. Как да. Жалко, да, и Володя, было... ну... А я очень рада, потому что вдруг Володя тогда у меня перехватил бы мой выигранный приз. Точно, да. А вот, кстати, вы не хотите делать трансляцию? Мы бы к вам подключились, через свои ресурсы бы транслировали. Ну вот это очень хорошая идея. Было бы такое продолжение. Вы знаете, потрясающе. Идея. Я думаю, что мы обязательно ее обсудим в Самаре, и, может быть, в будущем что-то придумаем совместное. Потому что в любом случае вы площадки выбираете достаточно камерные, не все смогут попасть. А еще нужно больше рекламы для этих сред. Конечно, конечно, и я вот согласна. Есть такой остренький у меня вопрос. Это все-таки культурная миссия, потому что вы говорите, я доверяю моей Олечке, которая еще не обидела, можно я поцелую вас? Да, вот. Там действительно все очень эстетично, все очень высокого уровня. Культурно. Это очень непросто, это непросто, мы тоже это пытаемся, это очень непросто. Это не дает ни трафика, ни финансов, ничего. Это сплошные вложения, вложения, вложения. Вот. И... Я часто знаю, что если делаешь эту культурную программу, то ее смотрит культурная публика, которой не очень много вообще на самом деле. А хочется вот к этой культуре приобщить больше людей. Ну, это абсолютно логично, да. Потому что, конечно, наш формат, это формат, ну, скажем, там, 150, вот в Турандот Палас вечер классической музыки при участии народного артиста Юрия Розума, одна из наших культурных сред. У нас было где-то, 170 человек, скажем, да, вот, но наш формат это не больше 200 человек, с одной стороны, это небольшой формат, но с другой стороны, мы знаем каждого нашего гостя, мы можем уделить внимание каждому нашему гостю, и каждый, пришедший к нам на вечер, он для нас дорог, как, ну, как одна единая семья. А в этом-то и фишка. Вот когда ты приходишь и чувствуешь, что ты здесь нужный. Да, это очень важно. Тем более нужна трансляция, чтобы действительно можно было со стороны посмотреть. Или вот как я один раз. Просто не получилось прийти, и очень было печально. А видеть и знать это хочется. Потому что потом взрывается в Facebook вообще соцсети фотографиями, отзывами, восторженными откликами. И сидишь и думаешь, я тоже хотела. А я хотела и не смогла. Ругала за то, что не попала к вам на среду, и сказала, ты видел, что там у них было? Вот, знаешь, так... вот очень жаль, что вы не были в Турандоте, потому что потрясающий вечер, и пела уникальная певица, солистка театра «Оперетты», заслуженная артистка России Светлана Криницкая, сопрано. Великолепный голос, то есть атмосфера вот этой классики музыки, великая музыка великих композиторов. И викторина была посвящена именно нашим, сказать, мировым... Ты не в этой выиграла? Я выиграла «Шанель». «Шанель», да. Дело в том, что вот именно в этот вечер, когда мы договаривались там приходить, не приходить, был настолько у вас аншлаг, не было даже яблоку негде. Что вы сказали, Оленька, если у тебя не получается, ну ничего страшного. Ольга, мы всегда... Нет, мы всегда рады, особенно вас с Володей, вы наши очень дорогие гости, и мы с большим удовольствием и радостью будем рады вас видеть всегда. И в последующие наши вечера. Это не значит, что там не приходите, ни в коем случае. Просто если какие-то обстоятельства, которые не позволяют, это совершенно уже... Вот спасибо, что да, вы входите в наше положение, что не всегда. Я знаю, что вы очень много работаете, хотя... да, у вас такой напряженный график. Да, и... даже не в графике, а в том, что по средам и у вас, и у нас мероприятия. Да, вот это вот тяжело. И вот это пересечение, да, достаточно непросто. Вот если были у вас культурные пятницы вообще, страшно было бы, да. Культурная среда в культурную пятницу. Переходим в культурные вторники, да. Среда имеется в виду. Да, это общество, сообщество, среда, атмосфера и день. Тем более, тогда вы можете не привязываться к дню недели. Я говорю, культурную среду в пятницу, да, перенести. Целую неделю, да, у нас культурная среда. Ну, вообще, да, культура хороша, когда она вообще каждый день
день без с тобой. Без ограничений, да. Каждый день. Чего вам и желаем от всей души. Вот что мне нравится, Оль, вот в проекте двух Маш, две Маши. Две Маши. Маш, ну, Маш, как знаете, Зайцева. В этот раз будет три Маши. Да. Потому что Мариам будет еще. Мариам, да. Да, а Мария, да, и Мария и Тарасевич. Да. То есть можно загадывать желание, приходите, фотографируйтесь. А вы будете так окружать за руки, взявшись? Мы это делаем бесплатно, за это мы денег не берем. Пока. Желание исполняем. Для начала. Если исполнится желание, уже следующее за деньги можно, да. Вот, мне что нравится, что я вообще знаю, что многие создают проекты, чтобы позиционировать себя. И вот по рассказам моей коллеги Ольги, как раз вы себя не выпячиваете. То есть я у нее спрашиваю, там, наверное, ну, две Маши, они это сделали, чтобы... С утра до вечера поют. Да, да, чтобы все приходили и там себя раскручивали. Ну, знаешь, как это делается. Мне ли тебе рассказывать? Ну, что я ответила, что Амария вообще на сцену не выходит, только при большой просьбе. А Машенька, как ведущая, не более того. Вот. И, ну, и то, а Мария ведет викторину, то есть она тоже выходит, мы ведем вместе. Но у нас каждое мероприятие, разные ведущие, 26-го... Вот Аболенкин был замечательный. Да, который... Андрей Аболенкин, да. Лектор, а когда Ольга Калашникова эксперт будет у вас моды. Вот, то есть я думаю, что как обязательно мы придумаем. Мы придумаем формат. Надоест мне призы раздавать. Когда она соберет все призы, вы ее сделаете ведущей. Скажите, вот это была твоя зарплата, отрабатывай, да? У нас не потому, что мы себя не выпячиваем, просто, ну, так получается, что мы действительно хотим создать то, что будет интересно нашим зрителям и слушателям. Ну, не всегда же интересно слушать только нас, да, вот с утра до вечера. Вот, и обязательно мы сделаем вечер, где и мы сможем себя проявить и показать, вот, как артисты. Но смысл немножечко в другом. Вот то, о чем я говорила Володе, то, что вот произошло со мной, например, 15 лет назад, когда так сложилась ситуация, как говорится, оно все промыслительно, да, то есть вот так распорядился Всевышний, что я поняла, что мне сказали, вот занимайся другими, убирай вот этот акцент с самой себя, и лучше вот больше силы, больше энергии посвящай кому-то, да, делай для других. И я понимаю, что у меня гораздо лучше получается делать для кого-то, чем для самой себя. Ну, последний концерт, на котором я была, Машенька, с трио Евгения Борца, это незабываемое впечатление в клубе Макаревича. Это было волшебно. Презентация. Это было просто невероятно, учитывая невозможность тогда проведения концертов. Какой-то отменился, я помню, да, а этот вот мы очень долго ждали. Очень напряженная такая вот... напряженный период, сама, да. Потому что это было начало пандемии, прямо день в день у нас отменили презентацию. Ну, я помню, когда меня просто на полпути завернули. Да, на полпути всех завернули. И, к сожалению, да, но, может, и к счастью, потому что очень была сложная ситуация в городе. Через полгода, и полгода фактически все артисты, они сидели по домам, вот, и только через полгода мы смогли это реализовать. И то, что вы сделали, это до сих пор в памяти, до сих пор отзывается. Чудесное твое платье и замечательное соло. Это вот как раз... Платье моего любимого дизайнера Яны Незвецкой. Огромная ей благодарность, потому что ее наряды, они... А Яночке надо отдельно рассказывать, да. И когда-нибудь, Володь, давай позовем. Надо позовем. Обязательно пригласить Яну. Мы пока еще дизайнеров не освоили с Ольгой. Но она не просто впереди. Дизайнер, она режиссер. Да. Я очень люблю именно этот бренд Месло и то, как там все происходит. Ольга выиграла. Я еще и выиграла от их Майкл. Бренда. И теперь отрабатываешь. Да, я понял. Учитывая, сколько я уже там на распродажах напокупалась, и еще отрабатывать. Яна уникальный человек, потому что она еще и режиссер, и вот сейчас она сняла фильм «Подводный балет». Это нет аналога в мире. То есть что это... там реально подводный балет? Да, подводная съемка. И я думаю, что если вы пригласите Яну, она вам расскажет... Теперь уже даже всё, нет вариантов. Связывайся, да, с Яной сегодня же, прям узнавая, что у нее с графиком. Можно мы закончим эфир, а потом я все... Ну, а мы фактически уже подходим к тому, чтобы послушать, так много звучало трио Евгения Борца вместе с Марией Тарасевич. Сергей Хутас. Да. Давид Кибучава, Евгений Борец
И потрясающая композиция Embraceable You. Но перед тем, как мы ее послушаем, я прошу нашего администратора Азалию Фатахову внести небольшой приятный сюрприз от наших партнеров. Floraland. Благодарю. Маш, это тебе от Floraland. Потрясающий. Какой букет. Вот. Обожаю. Чтобы вот в твоей жизни... Желтый цвет – это солнце. Чтобы твоя это красота солнце. Гармонировала с цветами от Floraland. Мария Тарасей сегодня была у нас в гостях, и мы слушаем Спасибо. Композицию. Еще раз скажи название, ты красиво говоришь. Embraceable You. Слушаем. Кальян FM. Хорошие песни. Thank you.
Ну что, господа, 200-й эфир подошел к самой вкусной части, это к лайву. Потому что дальше у нас будут живые выступления. И мы уже здесь в студии просто в предвкушении. Ольга Калашникова даже взяла и укуталась, чтобы те мурашки, которые будут бежать от восторга по ней, не сбили камеры. Не снесли. А Владимир Кальян уже говорит голосом сказочника. Вы обратили внимание? Ну, естественно, потому что, когда слышишь нашу гостью, хочется уметь говорить так же. Я пока умею только Фрекенбок изображать, но не буду сегодня, не позволю. Сегодня ты Николая Дроздова изображаешь. У нас уникальные гости. Просто потрясающие. И мы готовы их представить. Марина Лисовец. Здравствуйте. Актриса театра, кино, дубляжа. И потрясающий джазовый музыкант, мультиинструменталист, певец Алексей Геращенко. Добрый сегодня вечер. У нас в гостях. Просто я даже вот волнуюсь, называя ваши имена. Мой друг и моя любовь. Потому что я знаю, что вас заполучить на эфир, это так же тяжело, как и попасть на ваше выступление, потому что полные аншлаги. Для вас у нас всегда есть место, приходите. Мы вас ждем. Спасибо. И сегодня они пришли в таком усеченном составе, потому что на самом деле коллектив побольше. Называется он «По любви». «По любви». Мы совсем недавно это название придумали. Точнее, оно само сформировалось. Потому что действительно у нас как-то все по любви. Каждый человек, который приходит в коллектив, он приходит по любви. К тому, что происходит у нас, к тому, что мы делаем. Возможно, ко мне, и это очень взаимно. И началось это, конечно, с нас, с Лёшей, потому что мы как-то спелись и станцевались, и считались. А потом появился Андрей Шатуновский, который совершенно легендарный барабанщик, он никогда не играл джаз, у него была мечта. И мы как-то внезапно эту мечту его осуществили. Я просто сказала: «Пожалуйста, Андрей, вы нам очень нужны!» А Андрей сказал: «Ну, вы мне тоже». И пришел к нам. Сказала на голосом Андрея. Да, сказала. И, в общем, конечно, это какой-то был совершенно удивительный момент, когда Андрей пришел. Потом мы позвали Игоря Иванушкина, совершенно потрясающего легендарного басиста. И он тоже кивнул. Это тоже был удивительный момент. Потом к нам присоединился пианист Витя Смирнов. И это все действительно получилось по любви. Вот теперь мы гребем в этой лодке вместе. 15 февраля будем наконец-то играть, прервем наше молчание. Вот. Вы понимаете, что все ждали новогодних чудес, думали, что они произойдут в новогоднюю ночь, но эта новогодняя ночь была, по-моему, самая ужасная за последние 100 лет, да. Ну, никаких чудес вообще не произошло, да. И сразу... Все чудеса Все чудеса начнутся 15 февраля. Площадка называется... Магнус Локус. Это, на мой взгляд, самый красивый и самый стильный и элитный концертный клуб Москвы. Это действительно очень здорово выходить на эту сцену. Шатуновский сказал... Так. Ему вообще ничего не надо, только выйти бы на эту сцену. Она действительно. Он то же самое говорил перед приездом на Кальяна ФМ. Мы думали, да, Леша? Но, если честно, она действительно какая-то удивительная, эта площадка. Она очень энергетичная, она очень атмосферная, там действительно красиво. А самое главное, что это, знаете, такой московский Бродвей. Там фантастический свет и звук. И мне кажется, что это самое главное – забота не только об артистах, что важно, но это забота о зрителе, о нашем. Потому что когда зритель в этом зале находится, ему, конечно, зритель кайфово. Получает высококлассное зрелище, да. Заботу и впечатление уносит потрясающее. Впечатление, конечно. Мы очень верим, что от нас хорошее. Мне кажется, мы создали такую интригу. Давай представим себя зрителями.
в этом самом Магнус Лопес. Да, 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 да. Давай первую композицию. Конечно. Мне там как-то комфортнее, если честно. Ну, все равно к нам потом вернемся. Марина Лисовец, Алексей Геращенко. Первая наша композиция называется «Чувство снега». Ну, во-первых, это еще очень актуально. Все еще все-таки заснеженное. Мы хотим этой композиции поздравить со всеми наступившими, наступающими, новогодними, рождественскими, крещенскими, всеми. Там еще китайский Новый год где-то впереди. Да, собственно, много-много всего. После 15 февраля. Да, я сразу скажу, что я не помню своих стихов, поэтому буду я, простите меня, читать и разбрасывать листовки нашего концерта. Так вот, прямо в меня. Да, ими заложено, просто важно. Ну что же, снег. Снег кругом, он выпал не спеша, тихо, как на цыпочках вошел. Замерла земля под снегом, чуть дыша. У земли ведь чуткая душа, ей от чувства снега хорошо. Он летел, кружился и, искрясь, забывал, куда ему лететь. С небом вдруг, утрачивая связь, он чертил причудливую вязь, покрывая белым листьев медь. С ветром мчал, в безветрие завис. Иногда, испытывая грусть, снег безвольно шел куда-то вниз, словно костяной фарфор, сервиз, вдребезги, на счастье. Ну и пусть. Are caring. I'll never forget the moment we kissed the night of the hair on. The way that we hugged, the try to keep on taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase, oh, memories. Magic moments feel real love. Ночь и утро, день и снова ночь, он кружился, душу бередя. Этот белый танец был точь-в-точь чувство, что не в силах превозмочь мир, зимой дух переведя. Словно кто-то сверху вдруг пролил, расплескал, разбрызгал там и тут свежеприготовленных белил. Или просто добела отмыл то, что первозданностью зовут. Сохраняя белого баланс, замерли снежинки. Каждый год снег, цветов немыслимый альянс. И из всех возможных постоянств он кристально чистый эпизод. Magic moment when two hearts are caring. Magic moment, memories we've been sharing. The telephone call, the time of a life, for hours and hours. The Saturday dance of God of the Nights and your flowers. Magic moments when two hearts are caring. Magic moments, memories we've been sharing. Time can't erase, oh, memory art. Magic moments.
снег идет, и у него свой путь. Бродит, ищет по сердцу ночлег. Снегопад такой, что не вздохнуть. Он решил, уберегая суть, сам соорудить себе ковчег. Стала светом тьма, и тьмой стал свет. Страстью лед, и холодностью страсть. Снег на все дает немой ответ. Укрывает от невзгод и бед, не боясь растаять и пропасть. Белого безвременья глоток. Снег идет по свету. Пилигрим, все еще не выучив урок, за собою раскрошив мелок. Снег идет, а я иду за ним. Magic moments filled with love. Спасибо. Вернись к нам. Возвращайся. Да, вернись к нам. Давай сразу скажем, что эта композиция, она эксклюзивно у нас представлена. Ее абсолютно. Не будет. Ее не будет. Нет, мы последний год ее вообще не играли, так получилось. Почему? Она исключительно зимняя, рождественская. И у нас такой концерт, посвященный именно этой тематике, был 24 декабря в католическое Рождество аж год назад. А все остальное время мы играли о любви. Подожди, год назад, это 2021 или 2020? Уже два года назад, 20... прошу прощения. Я говорю, 21 год просто вылетел. Вылетел абсолютно. Просто его нет. Может быть, многие просто хотят как-то стереть его из памяти. Может быть, я бы с удовольствием. У многих вот 20-й есть, 22-й есть, 21-й вообще нет. Просто. В 2019 году ты выпустила дебютный сборник стихов. Вот ты сегодня его принесла. Это, нам, кстати, любезно. Ваше. И спасибо. И я смотрю, что тебе тут рецензии написали такие потрясающие люди. Максим Леонидов. Да. Спасибо Вселенной, что меня сводит она с Анатолий такими Белый людьми. Да, это правда. Ну, я, конечно, просила этих рецензий. Я говорила, дорогие мужчины, слава богу, меня окружают всю мою жизнь прекрасные мужчины, и это счастье большое. Почитайте, пожалуйста, расскажите, что вы думаете. Ну, и вот как-то получилось так, что, в общем-то, одобрили. Наверное, у меня выросли крылья от этих слов, потому что до этих рецензий я не очень-то называла себя поэтом. Поэт — это очень гордое слово, причем именно поэт. Марина Ивановна Цветаева вообще была против слова поэтесса. Поэтесса, потому что оно какое-то такое уж слишком двоякое, фривольное. Пошленькое, да. Пошленькое. Я тоже вот согласна, не люблю поэтесса. Согласна, я хотела это слово сказать, пошленькое. Раз ты сказал, то можно повторить. Да, да. Оно пошленькое, и то, что я делаю, совсем не сочетается с поэтессой. Мне интересно как раз заглядывать в суть вещей, событий, конечно же, в сущности людей. И поэтому спасибо чудесным мужчинам за напутствие, за крылья. А любовь к джазу, она откуда? А любовь к джазу, я думаю, что у меня с какого-то далекого, глубокого моего детства, потому что я всю жизнь, сколько себя помню, я танцую. Танцевала я профессионально с 4 лет, занималась очень серьезно танцем. Ну и, в общем, джаз я танцевала в том числе. Это было целое направление. У меня когда-то был свой коллектив, и джаз я очень люблю за его свободу, за его, опять-таки, может быть, фривольность некую. Да? Я не очень люблю правила и условности, и в детстве я спрашивала, так надо, кому? Кому надо? Я бунтарь, да, поэтому, наверное, и поэзия моя тоже немножко бунтарская, не совсем женская, но и тем не менее эта любовь к джазу воплотилась вот в сценических проектах. Слава богу, спасибо, опять же, Вселенной и людям за то, что мы с Лёшей как-то встретились в этой жизни, не прошли мимо друг друга, и Лёша воплощает джаз, и очень умело как-то мы сочетаем его с моей поэзией. Казалось бы, несочетаемые вещи. Если бы я не любила джаз к сегодняшнему дню, услышав голос Алексея, я бы точно полюбила бы навсегда. Страстно. Алексей, откуда голос? Вы представляете, какое количество людей сейчас полюбили джаз? Невероятно. Браво, спасибо. Браво, да, да. И ваши голоса. Вы, Ирочка, ой, господи, Марина, говорите, да, говорите, она что... Она полюбила джаз, даже имена путает. Не знаете, что вас свело. Действительно, вот это уникальное сочетание ваших голосов.
слов. Это самое невероятное, и то, что делает ваш дуэт, ваш коллектив неповторимым. Страшно. Честно, подумать, да, неповторимым. Нас было, уже, да? К счастью, копируют, и это дорогого стоит, значит, мы делаем хорошие вещи, правильные, но нас лично все равно не скопируешь именно благодаря, да, тембру. Марин, тебя-то, да, точно, да, вообще, да. Поэтому тут даже сомнений никаких нет, вас объединили ваши уникальные голоса, они действительно настолько оттеняют один другого, при этом один за другого никак не прячется, нет, и это великолепно. И спасибо, что приятно, что мы не толкаемся локтями на, нет, сцене, нет, дай мне микрофон, скажу я. Да, Магнус, вы... такая большая сцена, что там, да, локтями-то толкаться. Вот не так распределились изумительно, да, у каждого своя ниша, и при этом друг друга дополняете, просто великолепно. А самое главное, что мы очень любим то, что мы создаем, причем любим настолько, и чувствуем мы с Лешей друг друга настолько, что Лёша, например, не спит ночью, и я понимаю, что он не спит. И я набираюсь наглости позвонить ему, а он говорит: а я только что хотел позвонить тебе, потому что у меня есть мысли. Ну, и эти мысли, в общем, тут же складываются в какой-то номер новый. В итоге утром они долго спят, и когда мне нужно решить, да, какой-то вопрос... Спасибо, что у вас не с утра эфир, и мы не такие туманные. Представляешь, 8 утра было бы? Нет, иногда мы просто не спим ночь, чтобы не проспать. Просто проще, нежно. Да, согласна. Давайте есть вторую композицию. Продолжим? Конечно. А вот эта композиция, она уже будет. Она уже будет. Сейчас. Хочется все будет рассказать. Да, она будет на концерте. Итак... Называется она «Стеклянный шарик». Сейчас найдем. Да, мы найдем. А пока Лёша ищет, я скажу, что мы принесли композиции сегодня самые разные. Но если будет позволено, я еще очень хочу почитать. Потому что вчера произошла совершенно трагическая для меня история. И предвосхищая, наверняка вы мне его зададите, этот вопрос... как вообще пишется, откуда оно все приходит, я сразу скажу, что я себя ощущаю неким проводником и, наверное, переводчиком с какого-то там вот того, да, на человеческий. И вчера, все вы знаете, что погиб Гаспар Ульель, и я, если честно, настолько в шоке до сих пор. Я смеюсь как-то натужно, но я не знаю, почему я так это восприняла. Наверное, потому что вот такие молодые, такие красивые, такие талантливые, многообещающие не должны уходить так рано. Это ужасно несправедливо. И после того, как мы сейчас сыграем «Стеклянный шарик», я вам хочу прочитать те строки, которые, собственно, на это событие у меня тут же и выплеснулись из меня. Ну, шарик. Стеклянный шарик на влажной ладони моей светом играет, переливами забавляется. Он отражал в себе столько ночей наших. Немыслимо, если он потеряется, разобьется, расколется, треснет. Ах! Он вобрал в себя самое наше нежная, ласково плещущаяся в глазах и в слезах, теперь вытекающих неизбежностью. Пусть хоть он будет светел, прозрачен и цел, сохранив разлетевшиеся осколками душ бездомных и одиноких нелепых тел, которыми стали мы угловатыми, колкими. Он запомнит в свои зеркала, записав пузырьками воздуха тоненькими прожилками мимолетный, глубинный, но явный страх быть разрозненными, забытыми, пережитыми вдребезги. Если решим расстаться, то да.
все, что от нас останется. Гладкий шарик, капля, застывшая в холоде душ, живая вода. Но напрасно в карманах глубоких я буду шарить. Он, конечно же, выкатится, не достанется тем другим, кто наполнит его свечением. Без него нам тускло мерцать останется неизбежным прощанием, но, конечно, прощением. Обменяемся взглядами. Я спокойно приму блики в зрачках, приметы будущего поступка. Мы не станем искать укатившееся, потому что любовь — это до невозможности хрупко. Что вы творите? Только не плачьте, я умоляю вас. У нас всегда на концертах на этой композиции все очень плачут. У всех есть такой стеклянный шарик, я это знаю. Это волшебство. Да, волшебство 200-го эфира. Магия абсолютно, да. Смотри, мы вас предупреждали. Они там замерли. Вы тоже плачете. Я приготовила много салфеток, я потом к вам приду утирать вам слезы. Такого тоже больше не повторить. Да. Потому что все, что было сейчас, это... Но это, конечно, экспром, да, потому что в концерте все-таки Леша поет, и он стоит со мной на авансцене, и у него саксофон и голос, это ведущие два его инструмента, а на клавишах все-таки у нас Витя Смирнов, и у него совершенно какая-то другая партия, поэтому каждый номер неповторим абсолютно, и каждый концерт, если честно, тоже не похож друг на друга. Поэтому я поймала себя на том, что я дышать забываю, в страхе пропустить хотя бы какую-то малейшую вибрацию. Я вам потом еще почитаю. А мы еще потом подышим. Ну и все же, если позволите, я... Да, позволяю. Память. Даже не спрашивая разрешения. Потому мне кажется, действительно... мы можем тебе позволить уже делать все. Все. Боже. С нами, со студией. Делай все. Что-то останется неоконченным. Непременно. Сон недосмотренным. Мысль недодуманной. Вдруг. Происходить перестанут внезапно вокруг перемены. Вмиг кинопленки, наполненной смыслом, довертится круг. Нескольких строчек не хватит, чтобы окончить поэму. И не достанет кантате божественной пары пассажей. Роли несыгранными и недоказанными теоремы канут безвольно в небытие. Нет, безропотно даже. Вдох обесценит все, что казалось первостепенным. Выдох изменит не планы, судьбу и линии на ладони. Жизнь сквозь раскрытые животрепещущие вечности вены вытечет тихо, без пафоса, драм, истерий и агоний. Это случится однажды без предупреждений. Так происходит, пусть необъяснимо, непостижимо. Долгая пауза, что-то сродни наползающей тени. Жизненной правде финал уготован, намеренно лживый. Надо успеть. Загадать, завершить и наследство оставить, но не оставлять на потом ни секунды, ни строчки, ни такта. Здесь и сейчас. Не забыть, не отнять, не прибавить. Жить. Оголтело, отважно, стремительно, жадно, бестактно. Это потом можно вдумчиво и нерешительно, робко, смущенно. Здесь не продолжит нас наши намерения или стремления. Жить после нас – станет то, что окажется воплощенным, но что-то окажется неоконченным, к сожалению. Спасибо. Мы не будем аплодировать, потому что здесь нужно... Знаешь, как не чокаются. Вот, да. Да, мне вот очень хотелось уж раз так получилось, что можно об этом сказать.
Ты пишешь прекрасные стихи. Ты настолько... Ты безмерно талантливый человек и собрала еще к себе в команду... Невероятно. Они сами собрались, притянулись, каких-то невероятных людей. Это можно только... Я говорю, мне бы вчера там аудиокниги слушать, которые ты озвучивала, а когда ты мне написал, что ты придешь с Алексеем, я полез слушать все, что делает Алексей, и не мог оторваться. Алексей делает много потрясающего. Надо сказать, что у Алексея у самого, собственно, два огромных сольных концерта 21 и 22 вот уже января. Января. Да. А, подожди, это уже завтра. А где, говори, где? Клуб Козлов. Клуб Козлов. А, ты же постоянный резидент. Я резидент клуба Козлова, поэтому завтра в 22.00 на мансарде этого клуба будет мой авторский проект «Гералекс Бэнд». Будем играть джазовую музыку 90-х. А вот 22 числа на главной сцене клуба Алексея Козлова будет трибьют Грегори Портеру, американскому джазовому певцу, самому титулованному на сегодняшний момент. Не побоюсь этого слова, впервые в России мне предложили сделать этот проект. Я не то что не отказался, я влюбился в музыку этого певца. И арт-директор клуба, когда меня услышал, сказал, что очень хорошо звучишь в Портере. И, собственно говоря, у меня других вариантов-то больше не было. Особенно если учесть, что Грегори Портер жил в России, и когда ему московские музыканты сказали, что ты тут делаешь, езжай в Штаты к себе, запиши альбом, получи Грэмми. Как истинный американец, он поехал в Штаты, записал 6 альбомов, из них которые, по-моему, все 6 номинировались, и 2 получили таки. Но он пошел дальше. Он еще увез из России красавицу жену Викторию. Они все такие. Так и надо. Поэтому, поскольку говорят по любви, приглашаю на концерт влюбляться в то, что мы делаем, влюбляться в джаз, влюбляться в частности в музыку Грегори Портера, потому что это, безусловно, главный концерт для меня. Хотя не главных концертов нету. Но он просто больше. Я иду на оба заряжаться. Грег Репортер 22-го в 23.30. Ты вызываешь зависть в нас. Вот. Более того, я и 15 февраля приду. Нас прям удивительно. Да, удивительно, что я приду туда. Лёша, а ты будешь тоже 15 февраля? У него нет выбора. У меня нет выбора, да. Я по любви, поэтому у меня нет выбора. Когда по любви, тогда выбор отсутствует. Смотрите, небольшое уточнение. А то тут засмеялись и немножко заглушили Алексея голос. 23.30 в 22 числа, числа, да, будет у Грегори Портера Козлова. Да. Ночная история. Грегори, это ночная, это очень романтично. Очень ночной лично. Джаз, это замечательно. Это самое сексуальное. Ты спрашивал сегодня, Маша, что самое сексуальное в джазе? Это ночь. Ночной джаз. Да, это ночной джаз. А она не ответила на этот вопрос. Вот я рискнула, вот так, да, вот сейчас. Это пролонгированный ответ, просто. Тарасевич, ответ тебе пришел. Должна. Да. А Лисовец сейчас пойдет следующую композицию вместе с Алексеем Геращенко исполняет. Сказать, что я это делаю с удовольствием, не сказать ничего. Ой, с каким мы удовольствием. В таких случаях я говорю, и это взаимно. Потому что сказать больше нечего. Ну, немного повеселее. Немного. Да? Hit the road, yeah, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah, don't you come back no more. What you say? Hit the road, yeah, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah, don't you come back no more. Ты не дилетант, ты бесспорно профи. Так мазки наносишь легко, прилежно. Я тебе доверюсь. Рисуй, конечно, только не анфас, непременно профиль. Он не гордый, правильный и античный, нет. Просто ракурс мой привычный, рабочий. Я не оценю художественный почерк, если выйдет плоско и как обычно, а не люблю.
противлюсь, когда фронтально, когда хамство в лоб или комплименты. Внешне я, конечно, индифферентна, но внутри огонь! Эмоционально? Ты меня не сравнивай, это глупо с профилями прошлых твоих творений. Творчество из чувств, не из осмыслений. Душу не рассмотришь под линзой лупы. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Don't you come back. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Well, woman, oh, woman, so treat me some me. The minister, woman, out of everything. Well, I guess if you say so, I gotta have to back my big single. That's right, hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. What you say, hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. А вот бы вышло так, чтобы раз... И чудо, и среди таких же недилетантов разглядел ты тонкости и таланты, а не только то, как смотреться буду. Рассмотрел прожилки, морщинки, вены, полюбил их. Не был на блестки падким, понял смыслы и разгадал загадки. Пусть не сразу, скажем, но постепенно, постепенно, ну хоть постепенно. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, baby, listen, baby, don't leave me this way, 'cause I'll be breaking my face on me. Yeah, yeah. Well, I'm guessing you say so. I'm gonna have to make my big single. That's right, hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back, don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. А мы тогда повесим твои полотна гениальные, ну вот просто все, на видном месте. Нарисуй, пожалуйста, честь по чести. А пока стена для тебя свободна! Yeah, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. Don't you come back no more. Марина, что ты делала сегодня? Я была на радио, танцевала. Марина Лисовец, Алексей Геращенко. Спасибо. Сегодня у нас в гостях. Лёш, скажи, пожалуйста, а есть ли шансы все-таки из Марины сделать джазовую диву, заставить ее петь? Я не у нее спрашиваю, я у тебя спрашиваю, потому что все в твоих руках, мне кажется, здесь. Тем более, если все в моих руках, то заставить-то в любом случае шансы есть. А получится? А вот тут уже можно я вступлю? Вступи. Не знаю. Я знаю. Если по любви, то получится. Ты посмотри, у нее же какой красивый голос. У нее какой красивый тембр. Мне кажется, ей бы вот еще и... Мне очень хочется петь, но помнишь, я до эфира тебе сказала, да. Я в этом смысле раненая. Если вот есть у меня психологическая травма, то она у Ольга меня... Ольга Калашникова тебе в помощь, пару телефонных я звонков. Я дружу, Ольга Калашникова. И этот вопрос решится, и...
Не хочу проклинать тех, кто тебе говорил гадости. А, нет, да. Я говорю, больше всего моя вокалистка. Я у себя этот вопрос решила. Да? У меня была травма по поводу моего пения. Достаточно долго, причем у меня это отразилось на моем голосе. Я говорила очень хрипло. Мне все спрашивали, не астма ли у меня или сколько лет я курю. При том, что нет, не астмы, я не курю. Конечно. Это было, ну, и сейчас то, что есть, да, есть результат. А ты на меня обижаешься. Еще больше гадости Поэтому можно, да, попробовать. Напрашивается шутка. В смысле не курю, а как же кальян? Я кальяна целую. Я его не курю. Вот понимаешь, Лёш, вот в таком уникальном месте, где кальяны не курят, а их целуют. Мы потом сделаем французскую бабочку, Володь, с двух сторон. Да, но это парадокс, потому что у меня свой тренинг. Я, собственно, ставлю людям голос. Я рассказываю, как с голосом быть, жить. Как этим ключом отпирать любые двери. Но что касается вокала, то да, на первом курсе мне долго и мучительно вдалбливали, что я совершенно не создана для того, чтобы петь. И теперь я пою, как мы говорили до эфира, дома в ванной, либо... Ну, голосом вот, Кикимора, да, 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 помню, да. Но это другая история. А, либо ребенок вот у меня считает, что я лучшая певунья в мире, потому что мы до сих пор поем колыбельные, я считаю, что это имеет терапевтический эффект. Ему почти 10, но тем не менее... Колыбельные на ночь звучат, и это прекрасно. Я считаю, что сколько человеку всё нужно... Надо убирать эти блоки и, да, выносить это на наш замечательный, ожидающий, любящий, да, слух. Возможно, потому... скоро мы запоем, мы придем в эфир уже с песней. А пока читаем. Может, мне не уходить оттуда? Нет, это хорошая зарядка для тебя. Подошла, отошла, подошла, отошла, да. Ну что, видимо, надо тебя отпустить. Называется следующая наша композиция. Видимо, надо тебя отпустить. И, задохнувшись от боли и нежности, в цепких объятиях неизбежности, тихо учиться с особой прилежностью жить без тебя, но тебя и любить. Формула вечна, а значит верна. Счастье не требует завоеваний, преодолений, трагедий, страданий. Счастье, пройдя все слои мирозданий, снова очнуться от долгого сна. Снова сомкнутся пути ищущих глаз. Повстречаемся взглядами, просто узнать. А еще что-то надо ли? Мы обретем наши души в награду нам, если сумеем сейчас отпустить.
not see forever. Forever. Главный урок здесь на все времена тот, что усвоить не получается. Мы никогда с тобой не попрощаемся. Через столетия вновь воплощается связь, что когда-то дарована нам. How do you keep the music playing, baby? Тёма, скажи, пожалуйста, у нас мы можем еще добавить композицию? Или у нас там уже дальше будет студия занята? Ну, у нас еще одна есть, и еще одну мы можем добавить, потому что мы не можем насладиться. Марин, мы... Отпустить невозможно. Добавим еще одну композицию. Добавим, вы знаете, если, какую? Если мы можем, конечно. Да. Можем. Давай тогда. Давайте. Да. Да? Тогда не отходя. Нет, не отходя от микрофона. Smile, even though it's breaking. Sky, you get by. If you smile through your fear of sorrow, smile and we meet tomorrow. You see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every price of sadness. So near, smile, must keep on trying. Smile when we meet tomorrow. Still a smile, still a smile. If you just smile. Чтобы сказать люблю, надо набраться сил из глубины глубин, из тайников. Извне, если сумел смолчать, чувствуя, что любил, то на излете лет глупо жалеть, что нем. А можно сказать «люблю», чтобы наверняка, крылья распяв, познать ответное естество. Ловко слова в строку падают с языка. Это опыт, игра, резон, но... Только не волшебство. Если сказать «люблю», перевернется ось. Как не покажут здесь, в самом мудреном сне, что там бессмертие душ. Главное, что сбылось. Волос твоей любви утром на простыне. Стоит сказать «люблю». Дрожь заберет навек разума ровный пульс, ловко пробив висок. Необратим полет, если берешь разбег. Хоть воспарить, а хоть падать с любви высот. With gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. With a smile, maybe some cry, smile, maybe some cry.
сказать люблю и замереть, сказав, не докрутить судьбы, как бы озноб не бил чувственную спираль. Может быть, тот и прав, кто, не сказав люблю, просто любил, любил. Конечно, сейчас очень не хватает Лёшиного саксофона, Шатуновского с барабанами, Иванушкина с контрабасом. Это в следующий раз. Иди сюда, буквально на 2 минутки к нам, иди сюда, потому что сейчас вы уже будете завершать этот эфир. Давай мы, забегая немножечко вперед, расскажем, что мы с тобой придумали еще. О, да. Да, что пока мы согласовываем дату, потому что не только от Марины зависит, но зависит и от остальных участников проекта. Это актера Александра Дзюбы, если я правильно понимаю, то, о чем мы говорим. А говорим мы о волшебной сказке «В поисках Кая». И назвали мы это, собственно, мистерией, потому что действительно это так. Там очень много в этом проекте замешано разных видов искусства. Это и художественное слово. И с Александром Дзюбой мы читаем сказку по ролям. Но, казалось бы, такой простой жанр чтения вслух. А мы, конечно, ее разыгрываем. Изыки Кимор! Там все это есть. Посмотрел на меня. Это уже наше практически. Почти семейное. Это уже да. И за многих других персонажей, которыми эту сказку населила... по совместительству моя мама, а так вообще поэт Эмма Лисовец, и мы эту сказку, собственно, показали, вот была премьера 7 января, и придет с нами, я думаю, еще Владимир Галаухов, это совершенно фантастический... Галаухов, вдумайтесь, Галаухов. Те, кто знатоки джаза, Галаухов, это... мировая величина, я считаю, что он волшебник абсолютный, волшебник звука, он вибрафонист, и это удивительный, очень необычный инструмент, который создает вот эту ауру сказки. Сказка семейная, не думайте, что слово «сказка» означает что-то детское. Отнюдь. Дети, конечно, увидят, как добро побеждает. А взрослым будет очень интересно раскрыть многие смыслы, какими способами оно это делает. Да. Да, конечно. И я очень надеюсь, что получится собрать всех этих людей в этой студии. И фрагменты этой сказки мы вам покажем. А пока вы ее можете скачать, купить на всех литературных платформах. Потому что у нас вышел еще и аудиоспектакль. Это, собственно, тройной релиз, синхрорелиз. Это вообще удивительно, что мы попали, все это совместилось, и все успелось в такое сложное новогоднее время, когда никто не работал. У нас вышла книга в новом формате, у нас вышел аудиоспектакль. Это мои друзья, аудиоиздательство «Вимба», где я прозвучала, я не знаю, сколько сотен аудиокнижек уже. И, собственно, вот спектакль, а его мы сыграем в «Магнус Локус» 15 марта. Тоже достаточно месяц, скоро. Да, но я надеюсь, до 15 марта мы успеем здесь его анонсировать фрагментарно. Здесь тоже вот мы все собрались. Наша замечательная команда, техническая служба. Спасибо вам. Ханэ без Рэков. Вас бы ничего этого не было. Уж мы-то знаем. Артемий Косилев, Василий Вахрашов. Это наши прям вот... главные ангелы-хранители. Люди. Да. Если бы не они, мы бы здесь не звучали, не выглядели. Никто к нам не приходил. Да. Это да. Администратор Азалия Фатахова сейчас появится здесь в студии.
А я пока представлю нашего фотографа Марианну Астафорову. Которая ни на секунду эту студию не покидает. Программный редактор Спартак Меликов, исполнительный продюсер Кирилл Сафин, редактор прямых эфиров Екатерина Качанова. Наши партнеры Flora Land, всем девочкам, приходящим на наш эфир, передают вот такие вот букеты. Да, это для тебя, Марин. Красиво, спасибо большое. Моя прекрасная соведущая Ольга Калашникова. И волшебник, который организовывает эти чудеса, Владимир Кальян. А 200-й эфир сделать волшебным и чудесным. И продлится это волшебство 15 февраля в Магнус Локус. Приходите обязательно. Нам сегодня помогли эти удивительные люди. Удивительные. Мне не хочется ни из студии уходить, ни их отпускать. Запрете культурный центр вдохновения. Позвоните на охрану, чтобы их не выпускали. Это уже паспорт отобрали. Уже отобрали. Это Алексей Геращенко, Марина Лисовец. Замечательные, просто великолепные. Вам аплодисменты. Вам завершать эфир финальной композиции. Мы здесь все по любви. По любви. О, да. И слушайте только хорошую музыку, только хорошую. До встречи. I see dreams of green. Red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Kalyan FM, I see skies of blue. The clouds are white, the breathless day, the dark say goodnight, and nothing to myself. Pretty in the skies, and knows the windy faces, so people glowing by. I see friends shaking hands, sing how do you do. Verily say, I love you. Всегда началу предрешен конец. Конец всегда берет свое начало. Во всех мирах и временах звучало, как чистый серебристый бубенец от либитум. Биение сердец, наполненных любовью, светом, смыслом. Пускай реальный мир и ценен мыслью, но только чувствами живет Творец. Есть разве окончание мечты? А где начало красоты закатов? Мы все друг другом побывав когда-то, привносим в вечность новые черты. Рассыпавшись дождем, взойдя травой, вернемся, чтобы снова воплотиться в бесхитростных, любимых детских лицах. Продолжимся мы искоркой живой, чтобы остаться музыкой звучать в который раз в истории историй, космической снежинкой межсезонья, окончить закольцованность, начать. They really say, I
still grow. They learn much more, and I'm very numb. And I think to myself, what a wonderful world. Жизнь неспроста берет лихой разбег. В ней нескончаемость, что столь необратима, и быстротечность, словно побратимы. Устройство мироздания, хай-тек. По ленте бесконечности в веках вселенной каравелла проплывает. А фразы вроде «нет, так не бывает» растают карамелькой на губах. Начал и окончаний, правда, нет. И души наши, в дар приняв бессмертие, пронизанное вечной круговертью, хранят их неразгаданный секрет. And I think to myself, what a wonderful world. Myself. What a wonderful, what a wonderful. Whoa, 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 whoa. Чай с кальяном. Это Кальян FM.